I'm sure you heard that on May 26, lots of Russian soldiers were supposed to leave Ukraine, because lots of soldiers had a 3-month contract to participate in so-called special military operation. But it didn't go as planned, and this intercepted phone call will explain it to you, so let's listen to it. Привет, мам. Как дела? Ну чё, у тебя как? Хуёво всё, очень хуёво. Чё? Никакого вывода не будет, потому что нету такой директивы, типа 90 суток на какой-то ебливой спецоперации. Сказали, здесь вообще до года могут держать, блядь. Блядь, здесь увольняться вообще бесполезно. Люди пошли, написали эти рапорта, у них оружие все забрали нахуй. Они сидят в школе, блядь, 4-й день, блядь. Просто сидят нахуй. Им в уши срут, какие они пидорасы, блядь. Вот предатели родины, хуже говноедов, нахуй. Вы, блядь, не мужчины, вы женщины, блядь. И они сидят это, слушают, нахуй. Все в надежде, что они уволятся, нахуй. А хуй там плавал, блядь. Пока вот в России не выбраться, хуй уволиться можно вообще, блядь. А как в России выехать? На границе ФСБшники стоят, блядь. Они каждую машину проверяют, блядь. До винтиков, нахуй. Вдруг там, блядь, спрятался один беженец, нахуй. Надо так, чтобы приехать, блядь, всю эту хуету ебливую сдать, нахуй. И уже тогда там написать рапорт, где они уже не смогут отказать, только если через суд со мной, блядь. Я вообще не ебу, как отсюда выбираться, у меня, блядь, нет идей. Здесь, блядь, неделю прожить, нахуй, уже можно, блядь, праздник устраивать. Блядь, как это меня армия заебала с государством ебучим, блядь. Ну, чтоб на нас напали, блядь. И чё делать? Они, нахуй, в комитет солдатских матерей, еби прокуратуру военную, скажи, блядь, я развожусь, нахуй. Я больная женщина, у меня один сын остался, верните мне его домой, нахуй. Гугли, Воронеж, Богучар, прокуратура, комендатура, блядь. А я с этим разговаривала, он говорит, мы насильно тут никого не держим, он может расторгнуть контракт, блядь, в любое время. Да, конечно, насильно тут никого не держим, блядь. Завтра, нахуй, поедем писать эти, блядь, отказные, вот эту залупу, нахуй. Буду сидеть там, там безопаснее хотя бы. Я напишу, я ебал армию в рот вместе с этой страной, я не собираюсь служить этой помойке, нахуй. Блять, буду судиться с ними, сука, они мне еще хоть что уплачивают, блять, я уже за эти 3 месяца, у меня должно 1600-700 где-то так, а мне что, блять, 300 тысяч, блять, на меня просто хуй положили, блять. А что, кстати, почему ничего не заканчивается? А потому что мы даже продвинуться не можем, у нас армия сосет, вот откровенно сосет. У нас некому, вообще некому, вот, блять, некому идти в наступление, понимаешь? 8 человек берут деревню, 8, мама. Против них 500 человек сидит, окопанных в бетоне, а они 8 идут, вообще без какой-либо поддержки. О чем можно говорить? Какая армия, блядь, сильная, нахуй, российская? Ам, блядь, бутафорская, нахуй. Russian soldiers are not the only one who's upset that this war is still going on. Everyone is upset, but the most upset ones is Ukrainians who live on the occupied territories, because they are in constant danger. And even those Ukrainians who collaborate with Russian soldiers, even they understand it. And the next intercepted phone call will prove it to you, so let's listen to it. Алло, да, да, да. Привет, дорогой, как дела? Да, пойдет. Ну что, у нас там тишина, да, никто ничего? Ну, пока нет, ничего не говорили. Ну, наверное, скорее всего, и не будет, потому что это самое. Сейчас он позвонили с Кирилловки у моей подруги там на базе отдыха. Сейчас 27 БТРов зашли и заходят в каждую эти самые, ну, как у нее не база, а там у нее там 2 этажа на 2 соток. Вот, и отбирают, типа, забирают. Продвинутся они дальше, а чё, а чё по-хорошему нельзя сказать? Сказали бы люди, вот так и так нам нужна вот такая-то помощь, а не прийти и нагло забирать. А народ сейчас, знаешь, как он скрытился? Там сейчас вот опять партизаны в Кирилловке поднимаются. Вот это самое страшное. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. Ладно, разместить этих надо, да? А забрать аптеки, что людям сейчас жить не на что? Вот они хотели поторговать, пока есть возможность. А им же ж ничего. Как хочешь, так и живи. А вот это как объяснить? Каким это людям надо? Ну, в общем, бардак бардаком. И, короче, БДРы нас так не поступали. Я просто что говорю, что это вот пока все не устаканится. Потом все отдадут, и помещение, и все. А потом и их не будет. У нас такого в жизни не было. Там говорят про наших бендеров. Мы хотели бы тех бендеров сюда вернуть, чтобы они сюда пришли.
потому что так нас никто не обижал. Russians are never to be trusted. They didn't came to Ukraine to make the lives of civilians better. They came here to make their own lives better. So that's it. Thank you so much for your attention and supporting my channel. I'll see you next time. And goodbye to y'all.